Председатель правительства Дмитрий Медведев встретился с главой Магаданской области Сергеем Носовым. В рамках рабочей встречи обсудили готовность региона к новому учебному году. Сергей Носов доложил, что 100% школ и учебных классов Колымы сейчас соответствуют российским государственным стандартам. Закуплены в полном объеме учебники и тетради. Среди главных магаданских проблем – нехватка кадров. В сфере образования ее сейчас решают путем совмещения преподавания. Особенно это касается начальных классов, как, например, в Северо-Ивенске. Впервые там запустили обучение начальных классов на родном эвенском языке 2 раза в неделю. В целом в этом году за парты село более 16 тысяч магаданских учеников. Это на 5% больше, чем в прошлом учебном сезоне. Дмитрий Медведев оценил работу региона в оснащении школ спортивными объектами. На Колыме этим летом открыли 14 футбольных полей с искусственным покрытием, универсальных спортивных площадок и площадок для сдачи норм ГТО.